Доброе утро, друзья! Открываю новую рубрику на своем канале «Ответы на вопросы». Итак, первый вопрос, с которого я открою рубрику, от Сергея Буриченко. Я с ним занимался в прошлом году, в 2015-м. Смог он выбраться сюда, в Бетельеман, и мы некоторое время позанимались. Естественно, накопились какие-то вопросы. Сергей пишет: «Добрый день, Анатолий. Часто жалею, что не получается попасть на ваше занятие. Трудно самому иногда заниматься. Многое я забыл, но стараюсь практиковать регулярно и потихоньку. В основном в голове остались шили, мацабу, столбы». Ну, собственно, это база, и имеет смысл плотно эту базу отстроить в себе. В идеале, конечно, периодически встречаться с более опытным человеком, кто может подправить в ручном режиме. Практикую все в основном в пинбу позиции. Это, напомню, пинбу — положение стопы параллельно, примерно на ширине плеч, фронтальная позиция. И обычно минут по 30. Это хорошее время. И минут 5 в динбабу. Также делаю столб тигра, дракона по 10 минут на каждую сторону. Ну, по 10 минут, на мой взгляд, даже много для таких столбов. Ну, если вам комфортно, можете попробовать. Зависит от высоты исполнения. Далее Сергей пишет: «Ицюань волшебный. Чем больше, регулярнее делаю его, тем больше удовольствия получаю». И есть такое. Некоторые достаточно быстро чувствует эффект от занятий практики ицюань. И имея свой достаточно уже богатый жизненный опыт, я имею в виду зрелый возраст, конечно, они чувствуют много интересных и полезных вещей для своего развития. И мне иногда просто не хватает столбов, если пропускаю день. Да, есть такой эффект. Хочу задать пару вопросов. Итак, первый вопрос. К сожалению, динбабу не очень дается мне. Динбабу Сергей по 5 минут обычно практикует. Я добавлю, что такие сложности с исполнением динбабу поступают и от других моих учеников, поэтому постараемся ответить здесь на этот вопрос. Я подзабыл ощущение структуры. Хоть пробую снова и смотрю на видео мастера Яо и мастера Цуи. Есть некоторые отличия между школами мастера Яо Чингуана, Яо Чинжуна и мастера Цуи. Небольшие технические детали, но при более тонкой практике они на самом деле играют важную роль. Поэтому имеет смысл по школе двигаться все-таки, а не пытаться у разных мастеров смотреть там и из этого что-то лепить, нечто среднее. Мне кажется, что стойка слишком растянута, то, что перекашивает ось, таз бедра и плечевая ось. Да, здесь очень важно отстроить, почувствовать изнутри. Один из основных критериев — это должно быть позиция вам удобна. То я выпрямляю переднее колено слишком сильно. Здесь надо смотреть по переднему колену. Я давал, конечно, Сергею такие указания, чтобы он не сгибал, потому что у Сергея была практика карате, и там позиция какуцу, которая внешне близко к динбабу, там колено более выражено, конечно, согнуто, и требуется некоторое время, чтобы перестроить вот эту конструкцию. Понимаю, что одна встреча с вами или другим опытным практиком ицюань помогла бы больше. Пока мешают привычку нека шидачи и дзенкуцу дачи. Да, ну, собственно, про это я сказал. Вот. Ну, итак, перейдем к первому вопросу. Позиция динбабу. На что обратить особое внимание? Если посмотреть по длине шага, то он очень небольшой. Вот иногда можно отметить, что на буквально чуть-чуть дальше
носка выступает. То есть совсем небольшая длина. Это длина такого прогулочного, спокойного шага, когда вы никуда не торопитесь. То есть не надо стремиться делать длинный шаг. Эта позиция должна быть подвижной. Вы легко, без большого переноса веса тела, должны готовы включиться в движение. Далее, на что обратить внимание, ширина. Ширина — это вот, если проще сказать, это ширина вашей стопы. Вот как она проходит возле пятки. Вот это достаточно ширина. Можно еще пол стопы, не больше, пол стопы добавить. Но по-любому не должна пересекаться ось от пятки на центр стопы. Вот. Итак, длина, ширина. Понятно, соотношение веса тела, вы помните, это 7-3-6-4. То есть чуть больше на задней ноге. Следующий критерий очень важно, это срединная линия. То есть это почти фронтальное положение. Я часто всем начинающим напоминаю, на каком-то этапе у самого была такая ошибка. Если взять центральную линию, проходящую через ваше лицо, нос, центр, то она должна проходить примерно по внутренней линии стопы, передней стопы. Вот такое положение. Ну, можно сказать, что практически фронтальное. Очень часто в кокуцу и с карате приходит вот такое положение, развернутое под, почти под 45 градусов. Это не совсем верно для столбовой практики цуань. Далее, нужно сразу найти куа, это соотношение тазобедренных суставов, поясницы. Такое ощущение, как мы и в позиции пинбу, подсаживаемся как будто на краешек стола или стоим против ветра. То есть вот такое положение, когда бедра немного уводим назад, сохраняя вертикальное положение спины и даже, можно сказать, такой 1-2 градуса вперед. Здесь тоже это архиважно. То есть мы подсаживаемся, находим положение, как будто сидим на костях, при этом мышцы заднего бедра, в данном случае правая нога, должна быть максимально расслабленной, комфортное состояние. Переднее колено согнуто совсем чуть-чуть, незаметно, без напряжения. И пятка передней ноги пустая. Вот такое положение. Далее, надо сказать о трех три большие пружины, скажем так, димабу. Три большие пружины динбабу. Это пружинка от точки хуантиао, или тазобедренный сустав, до колена. Вот я сейчас ее покажу, как с ней работает. Вот такое натяжение, сжатие. Его нужно реально, вот эту пружинящую силу на растяжение, нажатие прочувствовать. И отдельно какое-то время поработать. Поработали, перенесите свое внимание на вторую пружину от точки хуантиао до носка передней ноги. И с этой пружинкой какое-то время попробуйте поработать. Вот я показываю, так чтобы более наглядно было. Поочередно первая и вторая пружинка работа. То есть вы направляете все внимание, тут, которое есть ресурс, на сборку нижней части тела. И третья пружинка, которая не менее важна, это от головы до носка передней ноги. Она связывает все тело как единое целое. Вот это натяжение. Я сейчас показываю заметное движение, чтобы было видно. На самом деле оно очень маленькое. И вот как эти все три пружинки работают в различных сочетаниях. Вот три струны есть, и мы на них играем. Посмотрите.
Я еще добавил бы положение угол сзади стоящей ноги. Иногда это говорит 60 градусов. Можно сказать, что ориентироваться на примерно 45 градусов. Кстати, по школе мастера Цуй, насколько я могу судить, более раскрытое положение, чуть ли не по 90 градусов. Соответственно, вот эти пружинки, они будут работать по-другому, и не следует делать винегрет, а заниматься, выполнять требования того мастера, у которого вы учитесь. Далее, что еще бы я добавил, по положению Динбабу. В данном случае я выбрал столб Хуньянжуан. Не столь важно положение рук, сколько вот эта вот работа внутренняя, построенная на ощущениях. Вот. И еще раз более наглядно, вот работу внизу я сейчас продемонстрирую.